А вот, и, а вот еще у нас коробочки огромные, это самая большая коробка. Я так люблю распаковки. Давай, распаковщица. Ты распаковщица. Профессионально, да? Конечно, любишь. А? Да, конечно, любишь. У тебя там выкуп на Вилберисе, наверное, уж пару миллионов лежит. Распаковщица не любит. Сейчас уже они не показывают количество выкупов. Да? Так что специально, наверное, чтобы люди не перебивали. Да, чтобы мужья не смотрели. Да, во. Нифига. Вот это коробка всего. Тут отдельно. Коробка добра. Пакете. Жовки, какие-то пипки, жвачки. Да жвачки не надо, их плохо покупают. Ну, больше не заказывают. Их да, не очень берут. Обратно же не поведем. Вот какое-то жидкое желе в палочках, видишь? Фрути. Вот такие, у нас, кстати, их разобрали. Ну были. Да, зубы все. Вот это прям тоже хорошо берут. Прям как, а что, у нас нету? Да, вон такая, еще там чуть-чуть осталось. Вообще класс. Так. Вот еще. Во. Тоже упаковку взял, тоже хорошо. Бабовато, точно. Да. Ну, они красивенькие и недорогие. Ну. Сейчас... Яйца тоже, смотрю, упаковку. О, яичницу нету? Тоже хорошо взяли, разобрали тоже яичницу. Яичница мармеладная. Мармеладная яичница. Это что-то какой-то с вертушкой, стики микс. Какая-то вкусняшка, вот так вертишь. Офигенно. Вертушка. Хот-дог. Пельмешки, я смотрю, там есть. Ладно, хот-дог. Вон еще какая-то коробка. Блин, ты не вы. О, зомби язык. Зомби. Потом костяшка-кисляшка. Сахарное дрожжи с пудрой. И зомби язык. Мы заколебемся цены делать. Да нет. Ну, коробочки. Мы лучше заколебемся раскладывать. Так, вот тоже какая-то упаковка. Костяшка, кисляшка с кислой пудрой. Вот у нас лежит кислая пудра. Вот надо было побольше ее брать. Нормально, может еще там что-то есть? Ты же не знаешь. Просили у тебя который. Давай вот какой-то, давай наспор. Жевательные конфеты, один цвет, разный вкус. Вот тут, видимо, какой-то, ну не знаю, что-то. О, вот это у нас прям вот. Только, ну да. Токи прям, я их много заказала всяких. Их прям, он мне даже упаковку заказал. Ну вот и все, упаковка. Кислая пудра тока. Прям, это вообще у нас прям. Огонь. Огонь. Разлетать. Ну что, у нас теперь вкусняшек, я не знаю, куда ложить. Еще какие-то пельмени вон тоже их разобрали. Нет, еще есть пельмени. А, вот такие палки, кстати, тоже у нас забрали. Такие, так тоже мармеладки. Да, долма. Вот. Но только это прям, вот смотри, язык какой-то есть, клубника красит язык. Надо свой язык покрасить? Да, не надо, сейчас я пойду по делам. Красненький вот тут можно, голубенький тебе каким? Офигенно, мне коричненький. Блин, так, такие приколюшки, да, прикинь, вот, вот этого в нашем детстве не было. Да ничего не было. Да, сейчас вот что хочешь. А вам в пакетике что такое? А пакетики это вон эти шокеры, которые шокеры закончились. Только блин, они на сейчас упадут. Только вкус другой какой-то. Ну ладно. Шокер это супер. Но красоте еще вообще. Вообще, да? Уж прям это. Супер. Вот. Все. Нормально. Нифига мы набрали. Класс, да? Добра сколько много. Можете засунуть туда добро? Супер.